Экс-игрок волейбольного клуба «Газпром-Югра» и лучший снайпер завершившегося розыгрыша Суперлиги Константин Бакун попал в заявку сборной страны на мировую лигу. Главный тренер мужской команды России Владимир Алекно назвал имена спортсменов, которые примут участие в розыгрыше самого крупного коммерческого турнира в мире. Среди них оказался Бакун, а также еще три игрока, которые в разное время выступали за «Газпром-Югру». Это связующий Игорь Кобзарь, блокирующий Александр Гуцалюк и либеро Алексей Вербов. Сборная России первые три матча с 17 по 19 июня проведет в Калининграде.